Ну, после ЦЛКРС 25 гир, потом мы заказ 25 гир. Ребята, давайте А сколько мне подойти? помолимся, чтобы упало это гребное кольцо звальки. Тебе надо, ты молись. Я уже помолился. Ну и я думаю, если побольше помолиться, то шанс побольше будет. Знаю, я атеист. Давайте, кто ФК прям, буду пугов искать или с гильдии кого-то. Вы пришли сюда быстро пронести рейд, а не стоять в небо смотреть. ФК без предупреждения будет ГП. Сейчас на 4 хила, орёт. 4 хила нету, блять. Чё мне с вами делать, как с вами играть, блять? Супер друг. Ставьте столик. Подходите, хильте. Ну, Супердро написал, а Фокус Хиро тоже написал, что они отойдут ненадолго. Молодцы, а остальные, жизнь? Да. Войт, перекинь мне, пожалуйста, смарт-хила к танкам в пати. Потом. Только не забудь. Спасибо. Ой, ты будешь танчить? Дед, у тебя что, бис свой протопал? Скрепите свои сердца, и ваши души воссияют ярче тысячи солнц. Завидев вас, враг отступит. Враг падет, когда свет праведности коснется его. Наш поход на цитадель ледяной короны начинается. Вы находитесь в самом сердце земель клетки. Здесь вас не защитит свет. Ничто вас не защитит. Я поклялся, что ты умрешь, а клеть будет разбита. Я закончу то, что начал у часовни последней надежды. Ты бы мог стать величайшим из моих рыцарей, Фордрин. Той силы тьмы, которая прокатилась бы по этому миру и перевернула страницу истории. Но тебе уже не суждено им стать. Скоро у меня будет другой рыцарь. Словить его было очень трудно. Я подверг его душу ужасным мучениям. Он так долго сопротивлялся, но вскоре он склонится перед своим королем.
Так, бери Ой. Большого, бейте все большого. Слава там Ахакаши где-то. Трэш мелкий не трогайте, слугу притяните. Так, Ваня, я тебе предлагаю поверить. Ой, господина, проникли! Давай. Попало это такое дело, знаешь. Тебе дорогого. Что там баф назначал? Ну, я каски, а остальное не говорил. Ну, тогда воет каски. Кто там? Кто пола нету? Счастливые кулаки, Виталий Кун на Б5. Че, Виталий Кун? МП5 бафы. Сморкил, лифинг, подходите. Живу ребра, дайте шкаф. Дайте столик, маги, там рыбу ставьте, если есть. Пикайте на сум. Синий камень на 30-90 кто-то, пожалуйста. Замкнул. Пока в арках кто на квеспе кроет, куда ЭП получает. Кушайте рыбу, лифин смойся. Я не могу взять это или надеть. Давайте, суд можно фулбафы давать. Вопрос, есть у кого-то один сокет на РПБ? Срочно. Сокет или гейм? Так, что там по бафам? Дайте пола бафы, паладин, там каску, кулак МП5. Ваня, поменяй, пожалуйста, Моровин да смарт-хила местами. Хватит. Спасибо. Давайте, чек на пул. Кулаки там добавьте, просят. Дайте столик, сейчас секунду наберу ману. Так, Келвин, монах, что там не хватает? Пак, варам и разбойникам. Это нормально, что 10-минутные кулаки бафают? Не знаю, меня не видно. Потом дайте нормальные кулаки на полчаса. О, а можно, знаете, что попросить? Сейчас сделаю, хочу себе прок 30. Вот так вот сделаю. И теперь паладин, который Виталий Кун, кресты бафишь. По паладинам бафи всегда каски, пожалуйста. Нам кресты не нужны, Редриков потопал. Спасибо. Так, давайте чек на пул.
Все готовы, так начинай. Давайте рост. Следите, чтобы с пламя не било и чтобы с под мордой не било клиф. На вихре по команде дали им на хп даже. Давайте танки разбегайтесь, готовимся, Америки по шипам играйте, РД в центре стойте, только в лужах не стойте. Отбежали от ребра. Давайте по шипам Америки. Не дали, давай гимн на хп. Отходим от ребра, если он на вас бежит. Играть по шипам. Если ребро на вас бежит, вы от него сразу убегаете. Давайте зажог установимся, танки отверните его. В лужах не стойте. Машулечка, под боссом тебя кривом бьет. Дальше, назад отойди. Добивайте эти чистые трэш, муравин, спекайся в БДК. Два кольца надо кому-то на майнспек. На ухоспек. Надо кому-то. Шлак можешь мне скидывать. Это кольцо идет на сову вообще? На сову? Угу, он убит в твоей чине. Да хрен знает, если метка с ним докап, только... Чисти пока ты, чтобы дуло две минутки срочно. Джерри, можете одного босса парили, не надо идти срочно на одного босса, давал там ассисты. И там Дима парили за ШП. Джерри, ты говоришь? Для нашего господина нет ничего Джерри. Невозможного. Чё нам? Говоришь? Не может сломить его, то откажется. Кралька, своди к моему. Беги, малышка, беги! Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Что поговоришь? Угу. Thank you.
Давайте 40 секунд еще этой геры, может быть, погнем? Пойдем? Кто нам сбегал с моего БДК? Муравин. Давайте БДК, два БДК слева, протопал справа. Первая, третья бьет слева, вторая и четвертая справа. Все, это все, погнали. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Может, скажу, когда бить? Ты пока босс. Давайте трэш. Я освобождаю тебя от проклятия плоти, мой верный слуга. Ты не в силах противиться моей воле. Дайте контроль. Фаларион, подымай ВВ. Фаларион, ВВ, подымай. Скажу, когда бить эти боссы пока. Давайте трэш. Ты не в силах противиться моей воле. Смотри, по боссу стопнут. Стопните. Ждем трэш. Я пока не могу прочитать это заклинание. И трэш. По самовесу придру, подымай сейчас леву. Бейте слева, справа. Бомба ВВ, подымай. Скилл мертвым, притворись. Бейте трэш. Очень осторожно. Ступай во тьму, в вечную тьму. Ну, где набор ограды, ка? Вы осознали? Ступай во тьму. Книжки танч. Противиться моей воле. Эти фламба. Он сбейте каст. Трэш, смотрите, ты трави, бейте. Духи, смотрите, центр. Пиздец, вы от духов тут бегаете вообще. Че, убей их, котя? Духи, смотрите. Ты не в силу. Че, забейте на трэш. Сейчас только проконтрольте, трэш больше не бейте, добивайте лень.
Ваша смерть неизбежна. Он лучера не дал? Походу нет. Да. Ну и забыли, нахуй, пошли дальше туда. Ваня тут? Благодарю духов, что они послали нам вас. Усмиритель небес уже улетел. Сука. Быстрее на борт молота Оргрима. Если вы поспешите, то еще сможете его Саурфан будет рад видеть вас на борту молота Оргрима. Мы будем сдерживать Альянс, пока вы не будете готовы к взлету. По местам! Бафайте шипят в лапу, касп, инту, манрек. Сейчас на корабле баф. Задолгал очень сильно. Дином. Слышь, Слав? Что? Меня залагал, мне выкинуть, наверное, сейчас. И что? Я сейчас зайду, если что, не теряй. Что тебе? Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактар-Агар! Вартрон, слетаем! Вы видите? Что это там вдалеке? Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Варенько. Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Двигай свою калошу, и то вы ее прямо тебе один босс. Не, ну может случилось что. Огонь!
Огонь! Пехота! Сержанты! Ой! Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь! Оружейники! Огонь! Корабль под обстрелом! Заклинателя сюда! Пусть заткнет эти пушки! Так, я тут, сорян. Ну, в среднем образе. Сейчас соберу протонуся. А давай так ему там тапки наши мана, кольцо с духом и еще что-то. Я могу на лов взять. Осколки там есть? А Шулечка, тебе не надо эти тапки на шаманы. Ну, пускайте, сука, сразу я быстро сбегаю. Так, шаря кольцо нам и надо кому-то. Да, иди к боссу. От тебя портанет, если мы запустим. Да должно. Я успею там портануться назад. Зайди к двери, потом обратно появится. Скакайте сука пока. Кортра! Выдвигайтесь! Герои, будьте начеку! Блять, только что! Ну, кольцо на кому-то. На успех. Ребята, милики, дайте, пожалуйста, одну фласку на ДД. Куплю. На обмен Микеля. А ты кто? Ты где? Талик. Здесь, чтобы забрать его. Талик, он перебил каски случайно. Кинь еще раз по поводину. Сейчас, секунду. Мы назвали его Дранош. На орочем это значит сердце Дренора. Я бы не позволил тебе. Спасибо, Виталий. Сколько с меня? Нисколько. Войной. Ну, смотрите за собой, не стойте в одной куче, там РД рассидеть по ранжу. Пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел и чист. Сегодня я исполню это обещание. Жалкий старик. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественна плеть? Во имя короля Лича. Давайте, рост. Что за лаги, боссы? У всех лагает или у меня тут? Только у тебя. Давайте 5 секунд трэш, все в трэш будем играть. Чего вы трэш не добили, алё? Кто там друиды дотягивается до Эндриага, ресните его.
Если мы попадаем от Эша, я смотрю, кто его не бил или мало бил, то даю 100 хп. Давайте, 3 секунды, трэш, того слить надо будет. Чё, он отхилился или что, не помню? А, я говорю же. Трэш сливаем. Все, молодые, молодцы, идите, открывайте портал. Там маркиру агрить танки. И к порталу ведите. Клинок надо кому-то на мейнспек. Ауспек. Токен, воин-охотник, шаман. Мы похороним тебя, как подобает. В Награнде, рядом с матерью и предками. А вот такой вот обычный покоритель-защитник. Какой бы жестокой ни была битва, никогда не отрекайтесь от нее. Куда ты побежал? А какой вообще ДПС рейда? Не знаю. Стоим тут, танки видите, валькиру. 280. 280? Мало. А страж есть. Пойдемте через центр. Давайте сразу на кровь пойдем, если мы уже тут. Давайте танки врывайтесь, печеньку бейте. Так, присты, идемте наверх, танки наверх, рейд внизу, стойте. А можем одновременно пить колбу? Да. Так, Минелтор, звездочка, Эльдаль, печенька.
фокус, ромбик, кто там, Лифин, трусы. Так, сейчас поток пройдет, будем контролить. С под рулем контролю. Все, можете начинать контролить, там тот трэш ушел. Играемся через печеньку, через взрослого. Чё? Виталий Кун, дай боб по коту, он пидор, сука. Кинь боб. Вот, блин. Дальше ты там танки по одному агрите их. Через печеньку, потом трусы играете. Зачем просить боб? Взял бы Наполеон у него. Ну да, бля. Сука, байкаст. Чё сразу не сказал-то? Кот теперь будет всегда с МК бегать. Давайте, на пул пошел. Что, мама? Блять, теперь у меня лагает ушло. Что-то то лагает, то не лагает, да? Сервак, походу, ну. Для меня даже выкидывают. Тебя-то выкинул, потому что не может быть больше трех марин на сервере. Что? Ну, повтори. Тебя выкинуло, потому что не может быть больше трех Марин на сервере. Слышь, Марина, какая первая, вторая или третья? Что, тебе не нравится Марина? А почему она мне должна нравиться? Почему не должна тебе нравиться? А почему должна? Нормальное, красивое имя, чё? Ну, я пью. Пей. Пошли, запрыгнули. Глупые смертные. Думали, что одолели нас. Рога, давай ты Валанара напулишь, я Талдорама на МП-почку. Теперь наши силы едины. Ничь, пачмачка. Сейчас бы Вань с собой, да? Я дробил. Раз. Теперь слышно. Так, Кирисета все бейте, Слава, давайте
там ДЦ зубы есть. Давай зубы, короче. Чего вы дохнете? Там кинетика падает. По кириселю. О, блять, а вы не слышали, да, что кальян рола мне, да? Если кинетика падает. Да лучше тапки. Да нет, тапки у меня есть. Дайте каплю на войда теперь. Каплю на войда. Кинетика далеко падает. А, давай там срезку, или что там у тебя осталось, или клык. А, все. Присты на кинетике, короче. Кто не бьет кинетику, тот пидор. Ты не бьешь. Я ударил. Ну, я тоже побил один раз. Натурал, нормально. Так я вар. Вообще к натурал. Если ты вар, ты должен кинуть вот этот хуйни меч. Вот, смотри, я кинул. Так я кинул. Кинетика возле двери падает, там подбивайте. Так, Талдорама, смотрим, надо будет на вихре разбежаться. Бежим. Бля, у меня, короче, чинать стаков. Если у вас мало стаков, то жди мало стаков и мало хп, жди, пока вас захилят. Блять, какой чудесный день, да? Кинетическая бомба атакует вас. Повод задуматься. Ебать. Добивайте Келя. Кстати, Паша. Кольцо на ДЦ на мейнспек надо кому-то? На успех. О. Бывает, иди читать, я в луте не вижу, зря встал. Надо кому-то осколок. А сколько ГП это кольцо будет стоить? Так, это что я там говорил? Кольцо на мейнспек или на оф? На оф. Спасибо. Нет, тебя в луте нет, да? Там кому-то кольцо. Кольцо этот, осколок милики. ВВ собирает же, вроде. Контроль, что сам сказать не может. Играйте через взрослого. Через взрослого? Да, взрослого. Ченька, плеча. Потом бейте клубницу, хп того и бейте, короче. Убивайте эту печеньку. Что там, ВВ, ты идешь? А, вот вижу. Хильте войд, а то там умрет сейчас. Паучок.
Выпускайте Кракена, кошака. Тут полрейда Кракена и почти вся гильдия. Тогда Олег Джек Вороней, да? Дэвид Джонс. Это надо гильдию переименовать в Летучий Голландец. Че, неплохое название, кстати. А мы с тобой... Маленькая гильдия, но вообще такая есть. А мы хорошая. С тобой, Ваня, это типы, которые с глазом и с лысиной, да? Глаз вываливается. Так, кушайте рыбу. Да постоянно глаз вываливается из-за ваших рейдов, ебать. Давайте, тут можно бафы давать, кто падал. Что там каску ДК магом, чисто баф. Интеллект. Николас Гэмэ анонсирует анбаф в Твиче, смотреть. Это тупые, пошли на жопу. Да не, собрались по раз в пятилетку, мы его почти каждый месяц, ну не каждый месяц убиваем, но раз в квартал точно. 10 чек на пул и каждый Новый год. Ну, давайте танки на позицию ведите. Танки начинайте. Вон в центре хилы, РДД там рассоситесь по краю. Давай беги. А блок бесполезно нажать на онлайн? Угу. Тут магия чисто. Я завис. Я вообще вылетел. Я вообще. Спарткил, беги. А какой гомик бьет печать света? Желтый. Пойди в протокол. Не, какой-то гомик бьет, блядь. Да двое! Что? Бейте сильнее, блядь. Король, как один паладин сказал, что если печать свет. А, печать свет. Ну, это... Не, я перепутал. Я понял. Смотрю, кто-то хуяры забивает. Ну, мне сказал то, что если это бьешь, то выживаешь. Короче, весь рейд выживает. Больше выживаемости придает. И один. На следующую цель доценте фирки, если там не будет вара. Я просто и так бесполезный, да. Паладин, накинь. И там боком поднимает. Хоть отхил какой-то. Давайте, набирайте ренжу в центре. Хилы только стоят, РД, милики пошли нафиг с центра. Чё уже одно тело сдохло? А, ну? Ну, он вылетел. Дайте гимноману, пожалуйста. Ну, Вильдаль, дай гимноману. Блин, стаки слетели. Ваня, мне заходить? Бы. Или ждать? Да, заходи. Заходи, заходи. Нормально. Я тоже посмотрел, как там бичи вайпаются, анбас на ребре. А ты смотрел? Да-да. Посмотришь что с вами, особенно когда я рейдишь. Ну, сбегите с фактом, алё. Ну, сбегите с вами, ну, ёжик. Жан, что ли, или чё? Как это хранитрис нужен? Хранит бог Америка. Митрис идет на ДК? Да, который на танка? Хранит нас Господь Соединенные Штаты Америки. Да заебись как пойдет. Лежит два Митриоса на ДК, но их не делал ни разу.
Шура с дурочками на Халионе выживаемость маленькая. Да, в любой спект, кроме ПДК, выживаемость маленькая. Не то, что маленькая, хуёвая. Баплодин, охуенная выживаемость. Бабл и сразу камень, блядь, домой. Там на следующей цель, да, нормально, поженёшься. Дайте по фокусу антифир, там у него тут этот антифир потраченный. Да всё, да. Молодцы, едьте на чумку. Бесплатно посох надо кому-то на хила там. Коли приз, цирдру. А почему на чумку, если мы здесь уже? Давай пойдем навалимся. Да, пошлите навалим, какая разница. Дайте кто-то перышко пристыл. Не, ну это и ты сказал, типа, если просто надо бесплатно. Токен-роль, тяжесть смерти маг-друид. Надо там кому-то обычный покритель присоедините. А мне? Да. А какой квест? А, на чумку. Что там, кто-то анбал в стриме пишет? Выманите их сюда, и мы вам поможем. Добейте это для уишная. Надо мне прекратить напуливать на тебя, мелкий трэш. И уже посмотрим, какая у тебя чувство будет. Блять, ты прирожденный хант, я протопал прирожденный, все заебись. О, прогиб защитен. Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление.
Восстаньте, чемпионы серебряного мира! Гогот такой фильм. А давайте просто на вальке. Потом капитана сольем. Нападай, краса плети. Сейчас я покажу господину, кто из нас... Фокус один рейд захилишь? Или там поставить бердру? Ну давай попробую, должен. Если ближе к центру играть будет, как бы всех достало. Так, давайте смотрим, что там. Паладин, есть у кого-то хилоспек? Друиды хилоспек? Присты, хулиприст, ДЦ. Ну, ДЦ есть, хулиприст. Анонсировали нас тоже, когда мы делали амбаб? Потому что нас никто не стримил. Вот зашел на стрим вот этого приспичило, там какой-то додик сидит. Мобой. Мобой. Какой-то додик вот сидит, пиздец, в капюшоне такой, Вася, вы базарик? Вот это просвет. А что там за гильдия это амбаб делает? Кнуты. А сегодня, кстати, тоже кто-то на Альянсе анбаф сделал. Сделал или делает? Не-не, сделали днем. Так, короче, давай фокус и супердру. На рейде Фалариан, Ламба. Вот здесь там хилоспейки, Адриага. Нет, Фалариан нет. Хорошо, тогда... Супердру и фокус на рейде, остальные все на вальке. Сейчас мы нарисуем. Давайте чекну пул. Киньте МК, пожалуйста, шлячный, кинь МК. Так, Лифин. Ну давайте, короче, все готовые танки пуляйте. Там дроиды, если в портал заходите и стакайте жизнь след, чтобы он разряжался. Так, а ты с какой стороны? Не понял. Герои, вы должны мне помочь. Погубить или бейте? Поставил печеньку в порталах, за печенькой летаем. Погубить или его никто не бьет, никто. Киньте усиление на валитре, да? Маги. Давайте перед мордой собираемся. Справа, Вань. Справа собираемся. Смотрим за печенькой, с ним летаем. С левой стороны. Я вот сижу, думаю, напулить червей на кота, чтобы у него побольше ДПС поднялся. Сдохнет.
Коты ебанутый народ, блядь. Не, это если только с колба, а так они... Котики одни, мяукают. После этих портал. Да, после этих порталов можно будет раздать. Давайте, рост. Рост, шаманы. Меня утрагин на хп. Паладина, руки кидайте. А с кого плащ падает на вар? Утрагин на хп. С ИВК. Нет, отсюда. Тоже, по-моему, какой-то был. Там идет публик. Стухово, да? С кораблей. А, с кораблей. Спасибо. Вара? Вары берут тот плащ с кораблей? Хостовый, да. Если хостового вара делаешь. А если не хостовый? Крипсон танка на МСП. До свидания. Ну, Виталик, а ты там писал на танка роешь? Угу. Ну, в карте только вниз спуститесь. А чё, он выше был? Угу. У него 3-4, у тебя 301. И там в танка спекнитесь, кто там моровинт, не АФКшит, вроде спекнись танка. Там БДК надо отойти. Я тоже пойду водички попью. Там Лифин в ЦВК не заходи туда. Да, хаб, я похилю, потом ты придешь, я отлипу. Маша. Лифин, спасибо.
Выйди с инста теперь. С инста выйди, потом тебя присумоним. Лифин, ты вообще в РК слышишь меня, что я тебе говорю? Выйди с инста. Меня же опять не слышно? Слышно, слышно. Слышно. Че, опять заново? Угу. Ну как, вначале его выкинет из инста? Ну, что за то боишки по фарме там привод поставил? Давай группу. Кто из этих вещей там в анбаф транслирует? Madness, Snook, кто там? Чему бичей? Да ну, что-то мне не верится, если они там вайпаются, сидят. Ну, может, не будет вайпера, а так он хорошая гильдия. И силчата добирали. Ваня, а что Dark Stars сделал кнутам, что кнуты так ненавидят Dark Stars? Не знаю, ты еще с адептов. У нас с адептов вечно всякие недобитки в кнуты ливали. На лифе можешь заходить. Они вечно в кнут этих в адептах одевались, а потом в этих в дарках одевались, потом в кнуты ливали. Ну, обычно-то всякие не очень хорошие люди уходили. Ну, не, когда там посидишь с ними в рейде, когда они там такие матюки, ну, трехэтажные, швуши вянут, то не очень. В Леликовской гильдии, по-моему, там же. Я просто спрашиваю, когда с ними хожу,
то они всегда так. О, дарки там, то, а то, одно, другое. Типа малый ДПС, дарки. Ой, не знаю, по-моему, все вот эти вот гильдии, которые сел в Бразерс, там, кнуты там и все подобные, они в дарках одевались сначала в адептах. Потом от нас сливали там или свои гильдии создавали. Люлик тоже, кстати, с адептовских. Они ливнули и все, и потом умничают. А самое интересное, я раз пошел с ними магом, и на сурке, и на в основном на большинство боссов всех передамаживал. То всегда молчали, а только как что-то сразу, то дарки, яркие, там, одно другое. Пиздяки ищите. Я думаю, только самый адекватный игрок будет хорошо дамажить. Если они не адекваты, то любому они плохо играют. Ты как сказал? По-любому, она так и есть. Когда я там на бессмертном Сане заморозился, лыбит, Дима, конечно, адекватно его обосрал. Так, хильте, рейд хильте. Бедняга шливнул. А ты вообще, Ваня, ни разу с ними не ходишь и не ходил, да? Как я понял? С кем, с кухами? Да, да, да. Ты лучше пойдешь с Золотой Ордой, чем с этим. Я не говорю про Реневала. Да не, я как-то с ними не хожу, потому что не попадаю. Я с нуля обычно в фугарейды не хожу, там после сурка такие-то на пару боссов можно. Так, ну что тут? Войд, подходи, давайте все тут хулбаф даем, танки фрешмот одеваем. Так, 5 хилов, все, под босса будем нести. Там по освобожденке скажу, когда миликом стопануть или сколько стаков набирать. Ламба, ты тут? Ваня, СС дать кому-то? Давайте, спорим, хилим, дайте гимн на хп. Дайте гимн на хп быстрее. Там кто-то. Даю, даю. Зачем я закапал? И каску по разбойникам. Да, все нормально, там на пул сделайте. Так, раз, два, три хила, милики там 4-5 стаков. Хилы-то не стакайте, там захилится все. Давайте, сейчас притяжка будет, на притяжке не умирали, то сразу буду ГБ кидать, если мы вайпнемся потом. Давайте, 2 секунды притяжка, бежим. Будешь адекватно ГП давай, да? Да, по соточке. Дот эти син, лучше зотка будет. Вот пока поменяй. Угу. Дайте фридом на ДК, смотрим метки вперед, рейд назад. Так, БДК в метке, протопал поймаешь. Бейте точечно без дот. Ох, как мы поставили. С левой стороны падает. Давайте, только точечно без дос. Смотрите, там метки двойные. С левой стороны в метке где-то падает. Так, центральный стоп, центральный стоп. С правой стороны падает. Центральный вообще не бейте. Вообще не бейте, ни одни скрепы. С правой стороны падает. Разбивайте. Сразу. Так, хилы нормально, Мирик, и можете стакать только без фанатизма. Каску по паладинам, Виталику дай. На себе круто. Так, сейчас притяжка будет, готовьтесь. О, бежим. Что-то таймера починили, что ли? Они были сломаны? Ну, мне показывалось за 6 секунд до притяжки. Давайте, мирики, можете стакать, только не больше 10, там, хилы нормально. Кстати, Синур сейчас 5 секунд взлетка будет.
Давайте, Freedom, БДК. Рейд наверх, метки вниз. Молодец. Давайте, ушли вниз метки. Фламба Ареса, его сусятину. В центре валяется. Сусятину только не вставай. Смотрим, где падает. С левой стороны далеко падает. Потом встанешь сусятину. Правые бейте, по центру падает. Самые правые, центральные не бейте. Центральные не бейте. Самые правые и самые левые бейте. Сзади слева падает, аккуратно. Справа, с левой стороны далеко. Давайте, разбивайте. Вставай. Добейте склеп, чё, сейчас умрет. Два хила освобожденка. Все, не стакаем РД, стали, больше не стакаем, фаза пошла. Под босса все носим. Хларин под босса, ушли милики. Ушли, ушли. Сразу разбивайте. Давайте, следующий под босса будет притяжка. Фаларин под босса, ушли милики, метку не бьем. Отбежали. Следующий под босса. Давайте, рост разбивайте. Гидарь под босса, ушли милики. Разбивайте где склепа. Следующий в сторону. Хаба в сторону, милики, идите, ковыряйте склеп. Хаба в сторону. Следующий под босса. ДЦ даже зубы на следующую метку. Давайте, ничего не стакаем. Сусайте на под босса, ушли милики. Зубы на мага. Все, скидываем, все нормально. Сразу разбивайте. ДЦ вылетел с игры, вылетел с игры. А, я понял. Дима, дай им нахуй. Хотя нормально, не надо. Следующий под босса. Муравин под босса, ушли милики. Притяжка будет, скреп не бить. Гидаль, дай им на хп. Когда он меня на начале давал? Менял тогда гимн на хп. Отошли от склепа. Я захожу, Вань, долго грузится, комп очень слабо. Да я понял, разбивайте следующую сторону, Лифин, сторону. Сторону Лифин, милики, разбивайте склеп. Играйте по синдре, короче, там не надо ничего разбивать. Если нам не метка, от меня убедите, у меня не загрузилось ничего. Не-не, нормально все. Разбейте склеп, Зельдаля, часы на мой спек, надо кому-то? На успех. Так, взрыватель, один здесь чернокнижник. А, я тоже ролю, только у меня не загрузилось, подождите секунду. Это ниже все. Бля. Да, там будет выше. А на этой неделе что, болезненная задача была, да? Угу.